Ігор Конвішер – офіційний представник Крав Мага Малі, автор курсу «Дитяча безпека», суддя міжнародної категорії з ММА і фріфайту, автор книг і статей з бойових мистецтв. Стаж в єдиноборствах – 30 років, тренерський стаж – 20 років. Ми зустрічаємо гостя. Доброго ранку вам. Вітаю вас в нашій студії. Вже не вперше ви з цими уроками самооборони в нас. Перший раз це були соціальний проєкт у нас в місті, організовували. Після цього, я так розумію, вже викликало настільки інтерес великий, що і діти, і батьки вже хочуть ще і ще. І ви організовуєте ще такий уроки самооборони. От я думаю, що варто зупинитися все ж таки на першому проєкті, деякі результати підвести. Mm-hmm. Безумовно, що він був соціальний, зараз буде все в повному обсязі, але ж давайте розкажемо. Розкажіть ви нам. Спочатку соціальний проєкт. Так. Результати його. Да, совместно с Николаевским тепловым заремонтным заводом, конкретно его руководителем Вячеславом Симченко и по инициативе Татьяны Жариновой, мы проводили социальный проект «Безпека дитини». Он был для детей бесплатным, проводился он на протяжении там нескольких месяцев, каждый ребенок мог посетить одно занятие. Его направленность была следующая: в течение одного занятия ребенок получал начальные навыки самообороны в условиях уличного нападения. Угу. Это вызвало большой общественный резонанс, вызвало большой интерес. Мы не ожидали, честно говоря, что настолько это будет востребовано. Вот. Но, к сожалению, мы не можем охватить, невозможно объять необъятное. Мы провели то, что мы смогли провести. Мне пришлось для этого написать авторскую программу, которая была с успехом, я считаю, реализована. Вот. Но практика показывает, жизнь показывает, что все-таки необходимо более объемно подходить к вопросам подготовки ребенка. Угу. С этой целью мною было принято решение набирать группу на постоянной основе самообороны Крав Мага. Что вы маєте на увазі зараз підготовка дитини? У мене одразу два запитання. Да, що таке Крав Мага для дітей? Тому що коментарі деяких людей, що Крав Мага – це дуже жорстокий такий вид, що може дітям і не варто, в такому віці. І до чого будуть готові діти після ваших уроків? Чому ви навчаєте на своїх уроках дітей? Крав Мага для дітей. Понимаете как? Крав Мага, она не жестока. Крав Мага, она предназначена для того, чтобы защищать себя. Угу. Ну, скажем, нож, кастет, топор, пистолет, они жестоки сами по себе, нет, пока ими не воспользуются. Да? Угу. Если на меня не нападают, у меня нет оснований для применения своих навыков. Но если уж происходит нападение, которое угрожает моим здоровью и жизни, то я буду защищаться всеми доступными мне способами. И вот в этом как раз Крав Мага является идеальным помощником. Вот. А чему мы будем учить детей? Понимаете, как Крав Мага – это не только и не столько самооборона, как физический контакт, как рукопашный бой. Крав Мага – это, прежде всего, психологическая готовность. То есть будет еще психологичная подготовка, конечно, правда? Это неотъемлемая часть. То есть мы обучаем, сейчас у меня идет взрослая группа, ни шатка, ни валка, потому что времени слишком удобно для тренировок, но тем не менее. Крав Мага – это комплексное понятие. То есть мы рассматриваем ситуацию самообороны не с того момента, как меня ударили, приставили ножками или пистолет, а рассматриваем с того момента, как не стать жертвой нападения. И дальше что уж делать, если мы стали жертвой нападения. В разрезе детской Крав Мага, детской самообороны, то планируется обучать и защите от нападения, посягательства взрослого человека, и в частности, в том числе от нападения сверстника. Угу. Мы знаем термин такой сейчас, буллинг появился. Да, травма в школе. Дуже актуальна, просто нашумівши тема. Да, и недавно огромный общественный резонанс получили события в Одессе, видео, когда девочки избили свою сверстницу на улице, причем жестоко абсолютно. И неважно, были ли там какие-то основания для наказания этой девочки или не было, сам факт избиения. Это тоже очень актуально. Поэтому детей мы будем учить, я буду учить, в том числе и противодействию нападению сверстников. Угу. И дорослих, я правильно зрозуміла, тому що дуже так часто багато випадків, що ми купуємо дитині дорогий планшет або телефон, і потім дорослі їх відбирають. Тобто навіть будуть такі масштаби, що дитина в 5-6 класі може дати відпір дорослому, в такому випадку. Начнемо з того, що якщо ми в 5-6 класі ребенку покупаємо дорогий планшет. Давайте не дорогий, телефон. Ні, подождите, це просто теж має значення. Имеет отношение к теме. И не учим ребенка, что не нужно ходить по тротуару вот так, вытаращившись в этот планшет, то мы, в общем-то, ребенка своего подставляем. Абсолютно. Угу. Да. То есть Крав Мага и с этим имеет дело. То есть мы и объясняем, что нужно, как нужно себя вести на улице, чтобы не стать жертвой нападения. Это тоже важный момент. Угу. Это раз. Два. Нужно понимать, что детская Крав Мага в разрезе защиты от посягательства взрослого, она не подразумевает вступление в
в дуэльный поединок со взрослым человеком, естественно. То есть глупым будет говорить о том, что мы научим ребенка, там, как принимать боевые стойки с дикораздирающими криками. Ось, там, вот я до чего вывела. С ним на протяжении 15 минут выяснять отношения. То есть Крав Мага в плане защиты ребенка от посягательства взрослого подразумевает отбиться и убежать, подав сигнал тревоги. От і все, не більше того. А ось я хотіла запитати, от у вас був цей проєкт, от як діти взагалі, от казали психологічно готувати, як діти взагалі от сприймають оці ситуації, коли з ними розігрують, чи сприймають вони як серйозно, чи можливо от інакше? Ми поділили всіх дітей на три возрастні категорії. Наймладші, ну условно, наймладші, середня, старша возрастна категорія. Так от оказалось, що наймладші і середня возрастна категорія реагують на психологічні завдання гораздо позитивніше, ніж ті, у кого відбувається вже процес взросління. Ну, в силу ряду причин, там, гормонального сплеска і так далі. Вот. Ну, во-первых, ми проводили ці заняття в более-менее ігровій формі, для того, щоб ребенок мог втянутися без проблем, понять суть виконуваних завдань. Вот. А во-вторых, ми убедились в тому, що вот даже завдання, вернее, тренировки, заняття в течение часа полтора, в общем-то, достаточно, щоб привити первоначальні навыки. Это, конечно, минимум, это очень мало, но это лучше ничего. Если сложить лапки на животе и сидеть наблюдать, как с нашими, что с нашими детьми происходит на улице, ничего же не изменится. Да? Вот мы попытались, у нас это получилось. Ну, мы уверены в этом, что получилось. Но нужно лучше. И можно лучше. Я думаю, что будет краще. Крав Мага – это самооборона. З'ясували, давайте теперь разбираться более детально про набір, про вікові категории. Я знаю, что в социальном проекте были довольно юні, это 5-6 лет. Так и будет продолжаться тенденция. Нет. И вот, взагалі, на вашу думку, когда варто начать заниматься самообороною для детей? Потому что есть батьки, которые приведут и в 4 года свою дитину будут вважати, что варто займатися, а хтось думає, що з 10 варто починати. Ваша фахова думка з цього приводу? І ну, який вік буде? Моє мнение таке, що вже з 5 лет вже можна починати займатися. Да, но в силу ряда причин я принял решение набирать группу с 10 лет. Почему? Потому что невозможно объять необъятное. Если я дам объявление о том, что мы набираем группу с 5 лет, то я просто физически не смогу ее потянуть. Вот. Поэтому принято решение вот такое. Ну, недостаток времени, там, ну, в общем, это много факторов. Вот. Поэтому я принял решение, группа будет с 10 лет до 14. Старше 14 уже более-менее они относятся к взрослым и уже могут посещать взрослую группу. Вот примерно таким образом. А это будет одна группа, я правильно понимаю? Да, 10-14 они разом будут, это будет, да. Это будет пока одна группа. Ну, опять же, в силу ряда причин нет возможности разделить их на, там, на 2, на 3 группы, как это было бы методически правильно, идеально правильно было бы. Вот. Но, тем не менее, они могут вполне прекрасно тренироваться в одной группе. Яка кількість людей? Я ще не знаю, яка, ну, скільки може. Я можу сказати максимальне кількість, більше якого тренування становиться неефективною, це 20 чоловік. Тобто більше 20 чоловік набирати я, звісно, не буду. Як би там не пішло. Ну, я сподіваюся, що люди прийдуть, люди заінтересуються. Як воно буде, я не знаю. Це непрогнозуєма ситуація. Вот. Но більше 20 набирати не буду однозначно, тому що буде складати качество навчання. А для мене все-таки, ну, є це определяючим фактором. І на останок мене ще одне запитання. Раз ми, два мене запитання. Перше, коли стартує ваша група? Давайте зупинимось на цьому. І друге, от ваша фахова думка, от булінг, дуже актуальне питання. Трішки відіб'ємось, може, від центральної теми розмови. Як ви думаєте, чому діти стали більш жорстокішими в останній час? Що такий булінг, що ми про це говоримо майже щодня в новинах і навчаємо малих дітей у такої самообороні, психологічній і фізичній? Ваша думка. Давайте, напевно, з першого, коли стартує набір. Да, набор тренировки начинается с 27 августа. 27. Да, тренировки будут проходить в спортклубе Fight House. Ну, в общем-то, объявление, которое размещал в Фейсбуке, там вся информация есть. Тренировки в спортклуб Fight House, понедельник до пятница, с 16 до 17 часов. Вот. По поводу, все, вкратце об этом, да? Да, да. По поводу более важного вопроса, что такое, почему буллинг стал распространенным понятием. Ну, это настолько глобальная проблема, настолько много факторов. Ну, можно начать издалека, да, что рухнули социальные институты, да, там разваливается общественная мораль, неблагополучная экономическая ситуация, это все понятно. Изменились нормы поведения, изменилась общественная мораль, опять же повторяюсь. Но дело в том, что в буллинге зачастую виноваты, как правило, виноваты сами родители. Если родитель говорит своему ребенку, что ты самый лучший, самый главный и поступай так, как я, а родитель этого ребенка всю жизнь имел во главе угла зарабатывание денег, невзирая там, на различные моральные аспекты, да, то ну, ребенок не может другим вырасти.
Мы говорим о том, чтобы нам нужно научиться своих детей попытаться обезопасить от таких явлений в том случае, если мы своего ребенка воспитываем правильно. Если мы воспитываем его неправильно, то он жертвой буллинга не станет, правда? Он скорее будет инициатором этой травли. Вот. И поэтому нам необходимо детей, которые имеют достаточно правильные моральные приоритеты, но в силу сейчас уже правильного воспитания не способны ответить насилием на насилие, мы должны им дать шанс. Дякуємо, дякуємо вам за змістовну відповідь. Успіхів вам. Сподіваюся, що ви навчитесь захищатися наших дітей і оборонятися. На жаль, такий час від булінгу. Я нагадаю, Тетяна, що в неї хто був на студії. Так, я нагадую, що Ігор Конвічен, інструктор з Кравмага, був сьогодні в нашій студії, розказав про самооборону для дітей, Кравмага для дітей, те, що дуже важливо і головне зараз їх захистити, і щоб вони могли захищати себе самі. Дякую вам.